Я не хочу поворачиваться. Там наверняка Миша, страшно. Миша, посмотри, что там. Не, ну не, нормально. Миша. А? Твои жерди не увидит? Нет, он не видел, ты можешь прямо смотреть. Он как блодик долбанный наркоманский. Что, блядь? Куда ты залез? Ты куда полез? Гарри долбанный. Блин, какой же все-таки классный в КС-ке звук. А все благодаря мега-крутой гарнитуре HyperX Cloud Stinger. Это самая свежая модель от HyperX. Давно на нее поглядывал, и вот она у меня в руках. Да еще и со скидкой оторвал в магазине DNS. Почему именно эта гарнитура? Да все просто. Здесь интуитивное управление звуком и микрофоном. Поднял микрофон вверх, и он автоматом отключается. Опустил, и о чудо, он включается. Удобный регулятор звука под правой чашкой для тонкой настройки громкости вплоть до полного отключения. Регулируемое стальное оголовье сделано на совесть, долговечность обеспечена. Чашки поворачиваются на 90 градусов для удобства использования и хранения. Направленные динамики 50 мм подают звук прямо тебе в ухо. Все четко слышно, для КС-очки самое то. В общем, пока действует скидка, рекомендую прибарахлиться, не пожалеете. В сети DNS гарнитура HyperX Cloud Stinger представлена эксклюзивно, и акция со скидками продлится до 8 марта. Торопитесь и смотрите подробности по ссылке в описании. Друзья, всем привет! С вами Квантум, Михакер и Хелдор, и это, короче, зомби-режим в CSGO, маньяк, прятки, все дела. Привет, ребята! Всем привет! Он выходит через 20 секунд, мы уже будем ныкаться. Надо скорее найти что-нибудь. У нас школа сегодня, секунд. Ребята. Да, это, ребят, какая-то школа, и... Вы школьники, которые ночью пробрались в школу, чтобы сделать что-то плохое, а я злобный охранник. Добробный охранник. Охранник. Ну, хорошо, подвыпивший охранник, потому что у меня 999 хп. То есть ты хочешь сказать, что у подвыпившего охранника больше хп, чем у обычного? Да. Это какой-то скиллуха для охранника. Ты чему детей учишь? Накатил такой, хочу на душу, принял такой, и все, и больше хп можно идти. Да-да-да. Школьник сейчас посмотрит видос, прибежит к мамке. Мама, мама, купи мне водку. Я хочу, чтобы у меня хп было много. Крутым в классе, да? Окей, говорите, в каких вы кабинетах? Давай тогда давайте тебе подсказки мы будем каким-нибудь я макаром. Я не знаю, что это за кабинет. Походу, это кабинет труда. Данил? Какого хрена? Слушай! У тебя руку было видно. Данил. Лол, вообще странная карта какая-то. Миш, что ты тут ищешь? А, лол. Понятно. Миша. Смотри, тут главное лампочку не по это самое, не пожалеть сделать. Ты кабинет труда говоришь, а на ком ты же? Ну, типа кабинет труда. Это тут похоже. Четкий на кабинет труда. Да. Да, как кабинет труда, да, четкая еда. Ну да. Там вот видишь, там всякие ящики, какие-то штуки на колесах. Это, чё? Мне кажется, кабинет труда. Я не знаю, где еще в каком кабинете могут быть такие штуки. А ты сюда попал вообще? А вот через ту штуку. Какую? Ого! И как сюда залазить? Ага. Саня, кажется, нашел нычку. Судя по тому, как он говорит, видимо, что-то знает. Жалко, я не могу за ним наблюдать. Он внизу прыгает, вон. Миша, тут ты палишься, конечно, по-королевски. Портишь, еще поднимется, он тебе навешает люлей. Помнишь, я говорил, что ты внизу, Саня, пошутил? Да, да, да. Где выход-то? Миша, где выход-то? Миша, где выход-то? О, го-го, где выход-то? Нет. Все, жопа, Миша. Черт. Засадил. Миша, у нас маньяк, а мы с Саней выживаем. Миша, кис-кис-кис. Мяу. Мы школьники, которые пробрались в школу ночью, а он охранник. Да, я почему-то не могу войти в школу. Вы дверь заперли, я ее выламываю, короче. Сань, я, короче, заныкался. У тебя все хорошо? У меня, ну, нормально. Короче, наш маньяк Михаил, охранник, выходит через 3, 2, 1. И, Сань, как думаешь, кого он убьет первым сегодня? Та-та-та-там. Я думаю, это будет человек на... На? Что? На чем ты, охранник школьный? Не смей так выражаться. Я охранник, мне можно. Тут просто жесть. Сань. Что? Он что-то нашел. Па-па-па-пам! Сашка, Сашка, иди сюда, Сашка.
Сань, тебя нашел? Нет, я спрятался. А где ты спрятался? А хрен ему. Ой-ой-ой! Как страшно, Миша бежит! Даня, он там убежал. Да. Где ты, Даниил, Данилочек? Не скажу, блин, пипец, как страшно. Может быть, ты тут? А? Даниил, откуда ты знаешь, что через эти окна можно пролезать? Ну-ка иди сюда. Куда бежать? Понял. Как быть? Нет, Миша, нет, я сдох, все, пока жизнь. Так. Он так это сделал, не знаю, холоднокровно, все, Даниил, все. Где же наш? Ты мне не найдешь. Санёчек, так. Ну, в принципе, у тебя хорошая ныкуха, Сань, я думаю, все шансы есть на выживание. Чё ты смеёшься? Я бегу за тобой! За спиной, Миша. Я бегу за тобой! А его нету. А чё он на ракетах это выбежал? Почти нету, почти нету. Иди сюда, Саня. Куда ты убежал отсюда? Так, 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 я знаю, где ты. Саня! Выходи! Ну-ка, выходи оттуда. Чё? Чё? Ты куда? Бежать некуда, как быть? Куда он бежал? Да-да. Знаю, прокатит. Саня, иди сюда. Нет! Я слышал, как что-то закрылось. А вот что закрылось? Миша! Да? Минута! Сань, иди сюда, Саня. Нет, иди сюда, Саня, не меня. Иди сюда, ты не убежишь. Минута, Сань, ну все, здесь бежать некуда. Если он тебя видит, это жопа. Нет, Сань. Цветок помешал. Подожди. Давай, короче, урок химии. Окей, хочешь, я у химии получу? Давай. Водород. Нет, Миша, отказывайся быстрей. Ты? Углерод. Я ебал твой рот. Сука. Я сейчас... Ты чё, у тебя столько хп, я не понял? Я много... Я чё не слышал хп? Потому что на твоем спауне побывал. Сколько у него хп? 714. Что, блядь? Эй, Саня, иди сюда. Нет. 40 секунд, все, это жопа. Ладно, ты не догнал, давай убивай меня. Он уже пристроился сзади. Я не успею его зарезать. А нет, успел. Окей. Я ебал твой рот сам, понял? Я маньяк. Бежим, Саня. Я вас разорву, раздеру. Это школа, короче, да, это школа. Ты думаешь, это хорошее место? Я... А кто ты? У тебя я... Нычки. Ну как, иди сюда. Окей. Ребят, у вас есть нычки, да? Я видел, кто вы побежали влево. Стри. Ага. Ого! Что? Ого! Что? Вы офигели, что ли? Ого! Дань, иди на свой спавн. Дань, иди на спавн свой. Вы что, охренели, что ли? Дань, назад посмотри. Куда, Сань, ты в курсе, что он тоже знает про это место? Ага! Что? Ага! Вы где? Я не понял, Что? Ага. В смысле, вы куда залезли? Ага. Нихера ты, Саня. А где вообще? Вы? Куда смотреть-то? Человек и... Да уже никуда. Уже никуда. Там можно, Саня? Нет, там нельзя. А, фак. Я хрен знает, где вы есть. Да там стопудов что-то должно быть, Саня. Ну вот я думаю, тут ничего нету. Миша, иди сюда, Миша, ко мне. А если ты хочешь, чтобы я тебя подсадил? Да. Ребят. Иди сюда. Иду. Давай. Где вы есть? Давай, ты первый. Сказку. Или без подсказок? Да. Так, ребят, в каком вы классе хотите? Миша, сейчас остановись. Давай. Давай. Ну, на. Вы куда лезете? Он тебя там никогда не достанет! О, да! Ебать! Вы куда залезли? Никогда не достанет. Давай я перепрячься, а ты тут будешь. Сейчас я доих. Да не надо, Сань, нормальное место. Оставайся там. Окей. Данил, на второй этаж ты должен залезть. Да, ты должен залезть на второй этаж, да. Здесь есть второй этаж? Да. Ни хрена себе, 5 минут осталось. По правому коридору бежишь, там лестница. По левому или по правому? По правому.
Ты чё, Саня? Ты чё сделал? Я упал! Как он упал? Я упал! Откуда он упал? Со второго этажа. Твоя смерть близка, Миша. Вот что я тебе могу сказать. Только вот где ты, хрен знает. Ты залез на второй этаж? Нет. Я вообще не знаю, как вы залезли на второй этаж, на каком вы втором этаже были. Я этого не знаю. Вот в чем проблема. Понимаешь это или не понимаешь, Миша? Видимо, не понимаю. Сучка. Сучка. Миша. Он просто передо мной такой чик-чик-чик прошел из окна. Серьезно? Да. Хотя бы, Миша... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Миша. Ах, Миша. Не нужна мне ва... Воу, нифига себе. Пока, Данил. Да, Данил! Миша. Миша! Привет, родной! Привет, Данил. Ко мне, Мишечка. Я вижу, у тебя проблемы с окнами. Смотри, какой у меня. А у меня не только проблемы с окнами, еще проблемы... Нет! Не надо! Сейчас пну тебя и все. Не надо, Дил, не пинай меня. Сейчас 900 хп себе получу. Нет! Сел! Миша, ты готов? Миша, я готов, да, надо куда-то идти. Пойдем. Убегайте! Так, один пошел в окно, второй пошел в окно. Ну, блин, скоро выйдет. Да что такое, я тут застрею? Все, я вышел. Где ты застреешь, Миша? Так, маньяк! Я вышел, давно уже. Что ты побежал, слышишь? Чухан! Чё? Иди сюда. Ты чё, в туалет? Побежал, что ли? Убей, убей меня! Убей меня, спасибо! Сука такая! Так, а где Миша у нас? А твоей жерди не видно? Кого? Руки. Я вот не знаю. Если видно твои руки, то просто будет фатально опасно. Сань. А? У меня руки не видно? Нет. Чё-то, Миша, он это плохо смеется как-то. Мне тоже не нравится этот смех. Откуда вы? А попку мою видно? Ты чё? Сука, я не хочу поворачиваться. Там наверняка страшно. Миша, просто посмотри, что там. Не, не, нормально... Миша. А? Твои жерди не видит? Нет, он не видел, ты можешь прямо смотреть. Он как будто долбан наркоманский. Что, блять? Куда ты залез? Ты куда полез? Мяу. Гарри долбанный. Как ты туда залез? Он не знает. Куда туда, Сань? Туда, как? Так нечестно! А че он тебя убил? Че, как он взанул тебя? Он не убил меня, слава богу. Сань. Миша! Уйди отсюда! Алло! Ай! Больно! Все, конечно. Нет! Я по-другому залез сюда, если честно. Бежим, Михаил, у тебя есть нычка? Да нет особо. Миша, помоги мне. Хорошо, он тебе поможет, обязательно. Непременно тебе Михаил поможет. Я через 20 секунд выхожу, и я буду вас убивать. Да, все. Буду вас нагибать просто. Давай, давай, стрим, стрим. Раскидать вас буду. Все, отлично, отлично, бегай, Миша, куда-нибудь. Ребят, знаете, куда это полетело? Куда это по... Блядь, Миша, Миша! Тварь, долбанное окно! Кар! Миша, ой, Данил, кар! Направо посмотри, направо посмотри. Фила упала, я все знаю. Миша, я знаю, это был ты, Миша. Иди ко мне. Так. Пирожочек родной, где ты? Не скажу. Ты тут в данной поверхности. Я не скажу, где я, тебе где я. Я убежал, Саня. Да, красава. Данил, я кинул дикой тебе. Я охренел. Привет, котенок. Ну, ты есть, лол, ни хрена Данил, себе. Данил, дикой. А как он не... Бля. Он залез? Дань. Я застрял в тюрьме, извини, здесь только от Страута. Что? Мы с ним
меня в тебе! Ты за забор спрыгнул? Да, так ты мне никогда не это самое не достанешь, ты понимаешь? Без помощи сюда никак не залезть, Данил. Какого хрена вы заперлись сюда? Хочешь, я помогу тебе? Давай, сюда иди. Нет! Я пока буду убивать, я тебя отпущу. Давай, иди в центр, в холл, я тебя не буду убивать. Встретимся во внутреннем дворике. Во внутреннем дворике? Давай, да. Встретимся. Миша! Миша! Давай, Миша, залезь. Давай, а что у меня за это будет? Ты можешь убежать, иначе... Пойдем, я тебе сначала покажу кое-что. Нет! Пойдем. Миша, посади мне вот тапок. Я помогу тебе, пойдем. У нас еще целых 5 минут. Да, Тёма! Слышишь, ты что за игры? Смотри. Ты дурак, вот как Миша. Выглядят утапки. Это утапки? Это утапки. Пойдем. Это утапок, да? Пойдем обратно. Смотри, он в короне. Прикольно, пойдем. Пойдем, подсадишь меня. Квантум, что ли? Эй, ты мне 10 хп оставил. Пойдем, подсадишь, потом убежишь. Миша. Да. Подсадишь, потом убежишь. Да, Миша, да. Нет. На лестницу лезь сразу. Давайте, кто из вас, короче, предложит лучшую цену? На картоны сядь, Миша. Окей. А, окей. Тут что? Не, я хочу, чтоб... Или нет? А тут нельзя, да. Только Миша, так. На картоны давай. Сядь. Залезай. Не, я сейчас что-то залезу, я потом не убью Мишу. Тут, блядь, дилемма получается. Прыгай, Миша, я встану. Прыгай, я встану. Давай. Ну... Чем это что получается? Что ты будешь делать? Эй, куда ты побежал? Нет, куда ты побежал? Миша, он бежит за тобой. Я вижу. Миша, убью Мишу. Данила. Спрятался? Нет. А теперь спрятался, Миша? Нет. А теперь? Нет. А сейчас? Нет. А уже спрятался? Да. Точно? Абсолютно. Окей. Ой, бегает он там за окном. Миша, он пришел к тебе. Текай. Я знаю этот проход. Только я не знаю, где Миша. Нет. Сади, Миша. Миша, как так? Миша, какого шляпера? Я перепутал окно. Че бы окно перепутать? 2К17. Сюда иди. Не. Сука, я тут как наблюдатель, читали. БСЕ, Абдо. БСЕ. Он за мной бежит? Да. Нет, я за Саней смотрю. Миша, что-то ты... Миша, туда побежал совсем. Миша, у тебя не будет... ПВХ. Да вы охренели, лазит тут везде. Где? Он лазит по моей нишке, на второй этаж залез, даже не знал, что залезть можно. Ай, больно, ай. Аккуратней, ну ты что делаешь-то? Данил, стой, я тебя подсажу, я подсажу тебя! Ты чё, как... Я подсажу тебя, Данил! Нет! Стой! О, Данил, как мы теперь будем это решать? А, Данил... Че, как-нибудь решим. Нет, ты никак не решишь это без Миши. Нет, че, не проходит, да? Ой, достал. Рыбанул что-то немножко. Нет, Данил, нет. Ты не пошел на сделку с Михакером, так что все. Ну все, Данил, что? Иди сбросься откуда-нибудь. Данил? Подбивать на суицид, маньяка нельзя на суицид подбивать. Окей, ладно, можешь меня убить, давай иди сюда. Этим же способом. Сделай это, Данил. Синий кит придет за тобой. Дурак. Мы знаем твой адрес, Данил, я по айпишнику пробил. Да, мы я приедем и всю твою семью дурак, вырежем. Пожалеет потом, что позвал меня в эту игру. Когда я ставлю вашу систему, ваша игра будет лагать как случай. Да, иди сюда. Бляха-муха. Вот, здесь, да. А! Саня! Руку высунул свою. А здесь пролезть-то можно было, походу. Нет.